Видео короткое, потому что я его делаю на скорую руку. Сегодня мы обсудим блогера как Криф. Его плюсы — это хороший монтаж и юмор. Минусы — то, что иногда он странно шутит. Из-за этого у меня психика становится странной из-за этого, по крайней мере. Второй минус. В двух видео, именно в частях рубрики «Детский контент», он вставлял заставку одной из соцсетей, которая, во-первых, с 18+ контентом, а во-вторых, с соцсетью, которая запрещена Роскомнадзором. Но, надеюсь, он больше не поведется на такую шутку, потому что, если честно, странно вставлять шутку, учитывая его детскую аудиторию и его же сам детский голос. Но, надеюсь, он так больше не будет поступать. Вот, кстати, сам арт.